Короче говоря, насчет Болгарии кое-что знаю. Там где-то в Балканских горах живут болгары, которые поют так, как совершенно никто не поет. Какая-то удивительная у них техника пения и стиль. Короче, Руслан, все, что знал, то рассказал. Давайте попробуйте там сами найти и разобраться. Я думаю, это интересно. В песне, которую мы разучим, есть такой элемент, который точно должны исполнять дети. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да и лучше, наверное, исполнять ее хором. Такая хоровая песня. Поэтому отправляемся в музыкальную школу города Добрич на репетицию школьного ансамбля. Кстати, плюс ко всему, попробуем разобраться в уникальности родопской песни. Музыкантов учат, должны знать. По-русски говорите? Как вас зовут? Меня зовут Борислав Капитан. Борислав, мы ищем родопскую песню. Родопское песнопение. Вот ищем именно такой звук. Можно позвонить на учительницу по пению? Ага. Давайте сделаем. Она здесь рядом где-то? В школе? Здесь. О, отлично. Можно позвонить. Пока ждем педагога по вокалу, Борислав знакомит меня с девчонками. Имена у них с ума можно сойти. Благовеста, Санислава, Пенка, Станимира, Росица, Румяна, Бажена. Очень звучные. Мне нравится. Мария, расскажите, пожалуйста, вот чем отличается родопское пение? Потому что я знаю, что Валя Балканская записала, спела песню, песню отправили в космос. Но чем вот уникальное это пение? А вы гора Родопи знаете ее? Слышали, не были, но слышали. Она отличается, вот эта гора Родопи отличается с остальных гор в Болгарии. Так. И именно оттуда идет уникальность вот родопской пения. Ну вот смотри, все-таки акустика важна здесь или техника извлечения звука? Важно, знаете что? Важно, чтобы тот, кто поет, чтобы родился там, в этой горе. Ветрички, понимаете? А ребята, кто-нибудь из вокалистов, кто-нибудь родился здесь там? Всех? Нет. Однако они поют. Поют, но только владеют техникой, потому что это школа такая, школа, которая обучает детей на такое пение. Но все равно, независимо на сколько года ты учишь, не научишься как. Только если ты живешь в родопе. Тогда и будет настоящее родопское пение. Вы умеете петь? Я могу, но не безупречно родопское пение. Я могу вам спеть кусочек вот этой песни, да, которая поет Валя Балканская. Да. Вот та песня, которая Voyager отправилась в космос. Отправилась в космосе, да. Могу такой кусочек, но я вам опять говорю, что не будет такое. Ощущение не будет такое. А давайте попробуем, Мария. Ну, попробуем. Денис, дай мне ла. Ля минор. Yankee.
Голос Марии настолько неожиданно ворвался в актовый зал, и эта родопская песня уже навряд ли забудется. Мария, педагог с характером, резко пришла, смела всех своим голосом и быстро ушла. Если я правильно понял, речь идет о том, что спасибо, стакан не поломишь. Здрасте. Да, алло, чемодан большой. Здрасте, приветствуем вас из Болгарии, солнечной, теплой. Я смотрю, у вас там с погодкой-то все нормально. Да, все отлично. Весна полным ходом. Ну а как со звуками нашли эту необычную болгарскую песню? Со звуками сложнее. Песня называется «Родопская». Вроде бы нашли, а вроде бы и нет. И даже то, что мы уже услышали, знаете, это сложно передать словами, очень красиво, мороз по коже, как говорится. Ну а что случилось-то? В чем сложность? Оказывается, правильно исполнять родопскую песню может только тот, кто родился в Родопских горах, представляете? В чем проблема, собственно? Сели да и поехали. Да, все бы ничего, если бы не 500 километров отсюда. Полдня туда-обратно. Но будет повод вернуться. Я думаю, Болгария этого заслуживает. Конечно, мы не расстраиваемся. Прекрасная страна, столько звуков. Окей, тогда я жду ссылку. Хочется познакомиться со всем списком болгарских звуков. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.